Ну что, нужно вообще заканчивать влоги в этом году, а то я что-то разошлась. Сейчас вот догуливаем. 28 сегодня декабря. Да, Гер? Я с большой коляской все-таки продолжаю ходить. Залюбил он ее. Вот. Так что я надеюсь, эти влоги были очень насыщенные. А в следующем году они будут, конечно, не менее насыщенные. Пойду Гер ловить. Друг! А, друг? Какая елочка большая. Пойдем. Огромная. И вот эта елка, она прям пахнет елочкой. В подъезде будет стоять. Это елочка. Колючая иголочка. В Макдональдс у нас Вера изменили к моему. Теперь мы едим более правильные продукты, да? Я могу... Ты смотри, как правильно. Совсем у тебя правильная еда. А у меня фалафель. И вот эти божественные напитки. Амазонка или Амазон. Что там? Энергия Амазона. Энергия Амазона. Серым декабрьским утром. Угу. Мне кажется, ты неприлично ешь, прям неприлично здорово ешь. Что-то чудо-мать. Неприлично много здоровой еды. Неприлично, да, много здоровой еды. 29 декабря. Я надеюсь, я успею выложить этот влог. И сейчас я иду наводить красоту по полной. Я хочу опять нарисовать себе брови хной и сделать маникюр-педикюр. Вот. Так что... Настроение у меня прям хорошее, я еле нашла время, как бы, кто бы мне это смог сделать. Но, короче, мне повезло, и сейчас, мы сейчас это быстренько все забацаем. I will let you win this game. Я люблю быть красивой, но ненавижу на это тратить время, потому что это очень долго, а мне сейчас самой очень сложно это делать. В общем, я все сделала, что хотела, бегу домой, уже так опаздываю немножко, и вот ногти, но я их потом покажу поближе. У меня три с белым сделала здесь просто как мрамор под мрамор, потом покажу, и два переливаются, короче, прикольные. Вот, потом что еще? Я сделала брови. Да, просто хной. Как обычно нарисовали, на две недельки мне хватит. И что еще? И педикюр. Причем я уже не успевала и говорю, давай не будем, все, забей. Говорит, нет, давай добьем. В роддом надо ехать с ногтями. И с педикюром точнее. И вот я поеду, короче, вся препарат. Сколько времени сейчас? И что ты делаешь? Что ты сделал с ней? Че? Что во? Вот это. Вот это. Знаешь, время 23. Да. 10. Втихаря тут сидит. Да. И что делает? И вот это. Вот это. Так можно делать. Ты бедную ананаску раздел и всю из башки. Больно? Нет. Ей не больно? Да. Она без туловища теперь живет. Пи-мама-мама. Какая еще пи-мама-мама опять? Собирай. Да. Мы с Аркашей, когда два Деда Мороза. Вон я, и вон Аркаша идет. Да? С 30-го мы решили сбегать всего-всего. Это мы еще Германа не купили. Еще кому-то не купили. В общем, куча всяких пакетов. Чешем. И еще мы идем дальше. Кто это? Цветочный. Нет, это мне будет слишком, да. Да, понравились? Мне понравились эти.
роза и... Диван, это роза ветров аромат. И аромат контрмуа рядом со мной, это с ароматом ванили. Первый ага, аромат, все, да. Вам давал слушать. Все, у нас сейчас с Аркашей сложная задача. Потому что нам надо купить Герману подарок. А подарок дядю. Герм все время говорит дядю, что ты хочешь? Он спросил, папа спросил, что ты хочешь? Он сказал дядю. Он когда играет в Лего, у него там есть человечки, и он называет их дядей. Но Аркаша говорит, что он хочет ему купить какого-то другого большого дяди. Мы с Германом родственники, видите, у меня сухость. Как у Германа. Да, мне кажется, есть. Марвел. Черепашки-ниндзя. Человек-паук. Че надо-то нам? Дядя. Дядя. О, вот такая. Да нет, он с ней еще ему рано. Почему? Приходит. А что он с ней делает? Вот человек, а потом делается дядя. Давай мы купим три дяди. Дяди! Давай вон еще там разные же существуют. Пойдем вон, смотри, сколько тут дядь. Мы нормальные родители вообще с тобой, нет? А вон ты не видел, смотри, какой дядя. С меня ростом. С меня ростом. Но он с ним может, наверное, бить его. Ага. Бить он его. Машины, гараж, трансформер, бульки для воды. Трэш, короче, тут всего. Это папа говорит, что Герман один, надо ему купить много всего в этом году. В следующем году уже будут делить, да? Ну да, в этом... последняя возможность получить индивидуальный подарок. Да, в этом году у Германа индивидуальные подарки. Сразу в мире. Чапаем? Пап, ну ты просто Дед Мороз. Да, Дед Мазай. Все, дядь накупили. Дяди это гараж. Это дяди... все Герман? Да. Ну, Герман, пакетик нормальный. Да. Дяди это гараж, дяди это машинки, дяди это другая змея-машинка. А дядь, мы хоть одного купили? Трансформер взяли. А, мы взяли все-таки один трансформер, да. Все, задача максимум наша выполнена. Смотри, дядя. А у Германа две макушки. Да. Я дома предновогодние ананасовые. Ананасовый год, короче, не знаю, как объяснить. Мне сегодня подарили бокалы с ананасами. 5 штучек. Так красиво все оформлено в коробочке. Мне Антон с Марусей подарили часы с watch с ананасом. Сейчас покажу один. Антон сказал, что он не мог пройти мимо. Увидел, что это прям мне надо. Ананас, кстати, снимается вроде. Вот, ну, что его снимать, короче, вот такие часы. И еще мне сегодня подарили, брат подарил ананас, бутылку шампанского с ананасом. Но в том году мне на день рождения еще Света Бесярина дарила тоже, это прям копия одно и то же, представляете, у меня двойняшки. Вот, так что одна еще упакована, это еще с прошлого года, у них даже конфеты одинаковые внутри. Блин, так круто с часами. Так что, представляете, у меня сегодня какой-то год прям день ананасов. Все мне дарят ананасы. Я не знаю, насколько это новогоднее, но вообще здесь втирка переливается очень красиво. И мраморный. А втирка это просто на липкий слой. Они прям берут типа шиммерных теней там или не знаю чего сыпят. И оно прилипает, и сверху базы закрывают. Так что вот. Опчики, опчики. Как хорошо. Сегодня 31 декабря. И мы уже все подарки купили, все сделали. И просто тупо ходим, гуляем, отдыхаем. И подключены к этой суете. Да? Только на улице отвратительная погода. И все при этом. Смотрите, я тихо прошу. Ветрище? Нет, ветрище. Ника!
Собака, Гера! Зачем подножка? Не нужна подножка. Да, Гера? Бэтмен. Гер, ты там жив? Покажись. Да, всё. Я. Туда еще залезть? Да. Нет, там нельзя. Ты туда не залезешь. Не, там грязно. Фу, Гер. Вылезай. Ты хочешь опять? О, смотри, сам может. Голову. Оп. Пошли. Видишь, что в Москве появилось? Мне кажется, прикольно. А? Что? Вон ходит. Докупаем всякую еду. Сыр купили. Сейчас вот пришли за багетом. И все. Я как говорила, у нас огромного стола, по идее, не будет. Мы не будем ничего готовить. Там что-то Катя должна привезти. Я взяла себе морковные палочки. И мне хочется очень крабовый салат. Такой легкий. И все. У меня такой сейчас очень-очень домашний вид. У меня Аркаша пошел за Германом, а я не упаковала подарок Аркаше. Я хочу вот ни Аркаше, ни Герману никому не упаковала. Хочу, помните, я плед говорила, что Аркаша купила. Ой, не плед, а халат. Как плед. Вот, и я решила сейчас это быстренько упаковать. И второе, я купила ему духи новые. Это Extreme Tom Ford. Вот, так что сейчас буду... Мне очень понравилась эта упаковочная бумага. Я ее покупала в Икее. Мне кажется, она вообще офигенная. Она на все случаи жизни. Вроде бы здесь и снежинки, а вроде бы она и новогодняя. Не новогодняя, а в то же время снежинки есть, поэтому новогодняя. Так что я сейчас буду сидеть и упаковывать подарки. Вот. Так что у нас остается там до Нового года, я не знаю сколько, я еще хочу этот влог вам выложить, и вы его увидите. Это, то есть я вам сегодня с вами разговариваю, и сегодня его уже увидите. Вот, так что давайте упаковывать, пока они не пришли. Да, так что все, я украсила две коробочки и прячем их под елочку до утра. Если честно, то как-то в этом году совсем не чувствуется Нового года. Причем не чувствуется не только мне, как-то на улице нет никакой суеты, нет никакой спешки. Как-то, мне кажется, Москва хуже украшена. Не знаю, может, я что-то себе напридумывала. В общем, пойду яйца ставить варить. Мне же надо хоть какой-то сделать стол. Вот, так что уже увидимся попозже. Когда я буду вас поздравлять. Да, надо вас поздравить и закончить. Ну что, 2017 год уже вот-вот-вот-вот прям стучится. Давайте проводим вместе 2016. Хочу сказать каждому спасибо огромное, что были со мной весь этот год. Самая главная новость, которая была в этом году, это мы узнали, что мы ждем второго малыша. Я хочу пожелать всем хорошего настроения, здоровья, чтобы этот год был самый лучший, тем более это моя любимая циферка 7. Да, так что я буду с вами прощаться, с наступающим всех Новым годом и пока-пока-пока-пока уже в 2017 году. Все, помаши. Пока-пока. Пока-пока, с Новым годом. Беги.